Я могу назвать основные критерии, которые максимально влияют на потенциал успешности краудфандингового проекта. В первую очередь, это открытость. Информацию нужно доносить максимально открыто, подробно, не пуская пыль в глаза, рассказывать все действительно так, как есть, и на что действительно деньги нужны, в каком объеме. Но в то же время, когда мы говорим особенно о социальных проектах, ни в коем случае не нужно концентрироваться на проблеме, нужно концентрироваться на ее решении. То есть говорить о том, как все плохо, сложно и тяжело, мы все прекрасно умеем, и тут большого мастерства не нужно. А рассказать, что именно и каким образом станет лучше благодаря тому, что этот проект будет реализован, вот это уже задача посложнее. И именно на предоставление решений и раскрытие полной карты действий, да, по улучшению той или иной ситуации, той или иной сферы там, в городе, в определенном круге граждан и так далее, вот это как раз-таки мотивирует к поддержке, когда человек видит, что благодаря его, там, пускай и небольшой финансовой поддержке данного проекта, у кого-то или где-то на определенной территории дела станут идти лучше. Ну и самое главное, передавать эмоцию. Это в краудфандинге это очень важно, потому что это работа с большим количеством людей, но по факту, так или иначе, это в любом случае происходит взаимодействие от человека к человеку. Поэтому нужно быть честным в первую очередь перед самим собой и, соответственно, честным и перед аудиторией, с которыми вы планируете реализовать этот проект.